Георгий, добрый вечер, уже в Будапеште. Вечер добрый, да. Первый вопрос стандартный с точки зрения сегодняшнего дня. Как прошла восстановительная тренировка, перелет, вот как день сегодня прошел? Как всегда, тренерский штаб дал выспаться, вот, затем мы восстановились, пробежались немного, пообедали и прилетели. И вот сегодня вечером тоже свободно, отдыхаем, восстанавливаемся, делаем процедуры сейчас необходимые, и уже завтра непосредственно будет подготовка. Как чувствуешь себя, потому что игра была достаточно тяжелая, напряженная и в физическом плане, и во всех остальных? Ну, в целом неплохо. Самое главное – результат, да, победа. И из-за этого, наверное, не так чувствуется усталость. То есть прилетели с хорошими эмоциями, с положительным результатом, поэтому все хорошо. Вчера твои коллеги, многие ребята тоже комментировали игру. Первый и второй тайм получились немного разными. Твое мнение, вот, значит, почему вот сначала, может быть, не удалось до конца, что ли, да, вот выйти на этот уровень сопротивления сербам, и что случилось в перерыве и в начале второго тайма? Ну да, таймы получились разные, но самое главное, что в целом контролировали игру, в плане не давали сопернику особо ничего сделать, несмотря на то, что мяч был больше у них в первом тайме, но затем во втором тайме начали немного, наверное, быстрее выбегать, да, в контратаке и забили хорошие голы. Вот, да, там не без ошибок у ребят соперника, так скажем. Но самое главное, забили и выиграли. Сложно было играть с сербскими нападающими. Вообще изучали наверняка до этого их. Вот как сложилась игра и что было, какая была до нее информация? Конечно, изучали, да, если так смотреть, все ребята у них играют в Европе, в хороших, сильных командах, вот, поэтому, конечно же, всех смотрели, изучали, у кого какая нога там, кто как любит открываться, закрываться, поэтому в целом считаю, что справились неплохо. Действительно, результат был положительный, это очень хорошо. Насколько важен победный старт в новом турнире, на твой взгляд? Конечно, важно, тем более, что мы давно не собирались, вот, слишком долго не было игр. Вот, поэтому первая игра была очень важная. И самое главное, повторюсь, что одержали победу и приехали с хорошим настроением. Сам чувствовал, вот эти 9 с лишним месяцев, они насколько, скажем так, повлияли на то, чтобы вот, ну, стабилизировать, вот ту сплоченность почувствовать, те взаимодействия на поле? Ну, конечно, это слишком долго, время было такое, да, отсутствие, но с первого дня, как мы собрались, уже сразу почувствовали вот это все, потому что атмосфера сборной, все прекрасно знают, что у нас отличная, поэтому с этим проблем не было. Единственное, конечно, да, то есть, ну, этого не отнять, что мы 9 месяцев не играли и не встречались. Ну и, наконец, Венгрия, послезавтра уже что-то, может быть, уже знаешь, наверняка детальный разбор будет вот в ближайшее время, но тем не менее, может быть, футболисты какая-то, что-то, какие-то воспоминания о сборной Венгрии, что вообще на данный момент? Воспоминания хорошие есть, да, я здесь дебютировал на этом стадионе за сборную, мы тогда одержали, по-моему, победу 3-0. Вот, поэтому, что касается Венгрии, да, немного смотрели, немного изучали, но повторюсь, что завтра будет уже более детально, более точно все, поэтому спокойно, все идет своим чередом.